Видеорегистратор, радар-детектор, GPS, GLONASS, информер, Viper, Combo Expert. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется вот в такой вот коробке. Рассмотрим, что внутри. Сам видеорегистратор. Его рассмотрим чуть позже, перейдем к комплектации. Значит, в комплект у нас входит кабель питания в прикуриватель 12-вольтовый со сквозным питанием. То есть можно будет дополнительно запитать любое устройство автомобильное. Кронштейн на присоске к лобовому стеклу. Кронштейн поворотный на 360 градусов. Также с регулировкой угла наклона. Кабель USB для подключения к компьютеру. Картридер. Салфетка. Инструкция на русском языке. Рассмотрим само устройство. Несмотря на то, что это комбо-устройство, выполнено в компактном форм-факторе из soft-touch пластика. Все очень хорошо собрано, очень приятно, красиво смотрится. Значит, по разъемам у нас разъем под USB для подключения к компьютеру, разъем под питание 12-вольтовое, кнопочка Reset. Снизу у нас разъем под карту памяти microSD, поддерживается до 64 гигабайт. Здесь у нас площадка под крепление. Кнопки управления, значит, кнопка принудительного включения и выключения устройства. Меню, ОК, вверх-вниз. Кнопка защита файла от перезаписи. Здесь у нас установлен датчик Motion Control, то есть управление жестами. Устройство полностью на русском языке. Касса. Город 1. Город 2. Сигнатурные. В меню у нас есть возможность настроить устройство полностью под себя. Значит, три пункта меню. Первый пункт настройки радар-детектора. Это громкость, пороговое ограничение трасса, порог город, порог сигнатуры, автоприглушение, включение-выключение диапазонов, X, K, KA, стрелка, превышение скорости, дистанция оповещения, лимит превышения, GPS, отключение видов радар-детекторов и камер, то есть поток, стрелка и все остальное. Удалить точки POI. Значит, второй пункт у нас настройки видеорегистратора. Можно выставить разрешение видеозаписи, включить-выключить функцию VDR, штамп времени и даты на видео, циклическая запись. Датчик удара, датчик движения, запись звука, трек, GPS, калибровка LDVS, это контроль движения по полосам. И третий пункт у нас системные настройки, дата и время, частота сети, экспозометр, экспозиция, отключение дисплея, задержка выключения, сигнал кнопок, госномер, штамп скорости, часовой пояс, поворот изображения, языки. Чувствительность жестов, форматировать карту памяти, выставить настройки по умолчанию и версия программного обеспечения. На комбо-устройство дается год гарантии, приобрести можно будет в магазине Автогир. Модель Viper Combo Expert оснащена процессором Umbrella A12, LA35, матрицей OmniVision, разрешение видеозаписи 2304 на 1296 точек при 30 кадрах в секунду. Объектив стеклянный, 6 линз, ИК фильтром, угол обзора 150 градусов, датчик удара и датчик движения. Из особенностей данной модели стоит отметить большой цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма, радар-детектор на патч-антенне с сигнатурным модулем, встроенный GPS GLONASS модуль с обновляемой базой данных, запись видео без разрывов между файлами, функция контроля покидания полосы LDVS, поддержка карт памяти до 64 гигабайт, встроенный аккумулятор 280 мАч, страна-производитель Корея.